Алексей Иванович. Мистер Астли. Я так и думал, что повстречаю вас в Рулеттенбурге. Ну, за то время, что мы с вами не виделись, мои обстоятельства так решительно менялись. Вы не беспокойтесь, рассказывать не надо. Я все знаю. Вот как?
Вы следите за старыми знакомыми? Вся ваша жизнь в этот год и 8 месяцев мне известна. Это делает вам честь, что не забываете. Постойте! А не вы ли выкупили меня? Из гомбургской тюрьмы. Нашим русским я никому не знаком. Да русские здесь, пожалуй, не выкупят. Да у нас там, в России. Но я так и думал, что какой-нибудь чудак, англичанин из странности... Нет, я не выкупал вас. Но я знал, что вы сидели в тюрьме. За долг в 200 гульденов. Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил? Нет, я не могу сказать, что знаю. Здравствуйте, Полина Александровна. Что вы так долго? Я исполнил ваше поручение. Здесь 700 гульденов. Как только-то? Под залог ваших бриллиантов больше нигде не давали. Пойдем. Из Петербурга получено известие? Да, кажется, бабушка уже умерла. И все здесь в ожидании наследства. Целые полгода только на одно это и надеялись. И вы надеетесь? Я не родная дочь генерала. Мне кажется, вам очень много достанется. Она меня любила. Я посмотрю! Скажите, наш маркиз де Грие, он тоже посвящен во все семейные тайны? А почему вас это интересует? Да если не ошибаюсь, генерал уже успел перехватить у него денег. Вы очень верно угадываете. А вы заметили, как он, говоря о бабушке, называет ее бабуленькой? Какие короткие и какие дружественные отношения. Надя! Как только сообщение о смерти подтвердится, и мне что-нибудь по завещанию достанется, маркиз тотчас же ко мне посватается. Это вам что ли хотелось узнать? Еще только посватается. Я думал, что он уже давно сватается. Вы отлично знаете, что нет. Я пробыл там всего 2 дня. Надеюсь, все благополучно? Но если не считать грабительских процентов... Ну, вы согласились? Да, закладные деньги во франках. Хорошо, мы поговорим об этом после обеда. Вы connaissez костюм? Сова, сова, мадам. Хорошо. Je pourrais vous faire un joli paquet, mais ce serait un peu plus cher. Да-да. О, monsieur! Миша! Милостивый государь, я бы хотел, чтобы вы гуляли с моими детьми где-нибудь в парке. И подальше от вокзала. А то, чего доброго, вы еще на рулетку их поведете. Да ведь у меня и денег нет. А, ваше жалование. Ну, сейчас его получите. Votre paquet est prêt, monsieur. Благодарю вам, мерси. Но я сказал, что мы займемся после обеда. Merci, monsieur. Да, да, отнесите это в отель. Маркиз, прошу.
Входите. Мы уже на сегодня кончили. Я могу идти? Да-да, тут все в порядке. От вас точно. Электричество какое исходит? Вот. Возьмите обратно эти деньги, ступайте на рулетку и выиграйте как можно больше. Я? Мне самой играть неприлично. Я для вас играть отказываюсь. Почему же? А потому что хочу играть для себя. Зачем вам деньги? Зачем? А с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом. Вы же говорили, что для вас это рабство наслаждения. Да, но я хочу попробовать и других наслаждений. Я, может быть, очень страстно желаю взять при вас маркиза де Грие за нос. Вы должны играть для меня, и вы будете. Кроме игры вы ничем не занимаетесь? Да, ничем. И не намерены бросить? Черт с ней. Я тотчас же брошу, только вот... Отыграться? Я так думал. Вы сказали это случайно, следовательно, сказали искренне. Ваши теперешние мечты, ваши самые насущные желания не идут дальше Трантокорона. Послушайте, мистер Эсли, если бы вы знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность моего теперешнего состояния. Я вас не виню. Если не рулетка, так что-нибудь другое, подобное ей.12 rouges, fermant.
je son prêt. Rien ne m'a plu. Bitte schön. Danke schön. 27. Mein Spiel. Bitte. Danke. 28. Ja, bitte. 88. У нас в России подобное невозможно. У нас сейчас большое число русских играет на рулетке. Но, по-моему, они даже и к игре-то не способны. А, по-моему, рулетка только и создана для русских. Интересно, на чем вы основываете такое ваше мнение? На том, что в список добродетелей западного человека вошла чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но и расточает их как-то зря и безобразно. Стыдно так говорить о своем отечестве. Только неизвестно еще, что гажа. Русское безобразие или немецкий способ накопления. Честным трудом. Какая возмутительная мысль. Я лучше буду дебоширить по-русски или разживаться на рулетке, чем стану Гоппе и Компани через 5 поколений. Это возмущает мою татарскую породу. Я не считаю себя чем-то придаточным капиталу. Месье учитель, я вам очень сочувствую. Он вчера проиграл кучу золота. Вы играли на рулетке? Это были ваши собственные деньги. Однако, милостивый государь, вы забываетесь. У нас с вами, кажется, был об этом разговор. И откуда у вас такие суммы? Ну что? Я хочу показать детям замок. Потрудитесь проводить детей. А почему это наш маркиз не сопровождает вас и даже не говорит с вами по целым дням? Потому что он подлец. Генерал весь у него в закладе. Если бабушка не умрет, то мы будем разорены. И при этом прощай, мадемуазель Бланш, не будет Надя! Она тогда генеральшей. Если бы пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему в лицо долг этого идиота. Миша! Если я вам сейчас прикажу прыгнуть отсюда, вы исполните? Одно ваше слово, и я брошусь. Я запомню это. Очень убиты моим проигрышем. Зачем вам столько денег? Почему эти вопросы? Вы мне сами обещали объяснить. Если хотите, я просто должна. Не французу ли? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли? J'ai passé ici un moment très agréable. À ce soir. L'endroit est charmant, n'est-ce pas? Не сердитесь на меня. На меня нельзя сердиться. Я просто сумасшедший. Мне у себя наверху в коморке стоит только вообразить шум вашего платья. Я себе руки искусать готов. Я приказываю вам молчать. Пойдем. Как я люблю вас, когда вы в гневе. Алексей Иванович!
А вы, наверное, сами это знаете и нарочно сердитесь. Боже, какая грязь. Впереди. Я буду тут. Я поеду с детьми. Этого нельзя делать, сядь. А папа вон там сорвал. Я вас каждым днем люблю все больше. Ведь это почти невозможно. Это все вздор. Я сказал, что по вашему слову брошусь в бездну. Неужели вы не верите? К чему мне заставлять вас прыгать в пропасть? Это для меня совершенно бесполезно. Удовольствие всегда полезно. Дикая, беспредельная власть хоть над мухой, это тоже своего рода наслаждение. Опять эта рабская теория. Un homme sans moustache, c'est comme un arbre sans feuille. О, мадам ла баронне! Вон, видите эту толстую даму? Барон и баронесса Вурмерхель. Ступайте, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем? Ступайте! Я хочу посмотреть, как барон прибьет вас палкой. Что за фантазия оскорблять женщин? Мадам ла барон, je l'honore d'être votre esclave. Was wünschen Sie von uns? Machen Sie das vollkommen! Jawohl! Französisch! Jawohl! Ruhig! Jawohl! Ну-с, милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? Вы хотите говорить о моей встрече с этим немцем? С этим немцем? Этот немец барон Вурмергель. И важное лицо-с. Вы наделали ему и баронессе грубостей? Никаких. Вы смеетесь, что ли, надо мной? Ничуть. Довольно, сударь. Довольно. Барон уже объяснился со мной в курзале. И я принужден был дать ему слово, что вы больше не принадлежите к моему дому. Ну, позвольте, генерал. Вот, да, деньги, бумажка с расчетами. Мы расстаемся. Прощайте. Честь имею пребывать вашим слугой. Генерал, дело так кончиться не может. Честь имею доложить, что я потребую у барона формального объяснения. Как? Вы намерены продолжать это проклятое дело? Каким образом вы взялись отмечать за меня, барон? Я вам совершенно чужой. Мне 25 лет. Я кандидат университета, я дворянин! Оставьте ваши намерения! Что из этого выйдет? Алексей Иванович, ради бога, ради бога! Вы же не знаете всех моих обстоятельств. Ну, теперь я просто так. А потом... Ну, вы же сами знаете причины. Напрасно вы так тревожите, генерал. Не надо. Не спеть! Вас арестуют и вышлют с полицией, чтобы вы не буянили! Ведь прежде совершения буйства заарестовать нельзя. Я радуюсь, видя вас, сохранившим всю независимость вашего духа, даже веселость. Я теперь словно одеревенел. Загряз в какой-то тине. Все жду чего-то. Рассчитываю. Вы имели способности. Вы могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях. Да я в один час могу всю судьбу изменить. Ради выигрыша вы отказываетесь от долга гражданина и человека. От своих друзей.
от воспоминаний ваших. А я только на время выгнал все это из головы. Пока я не поправлю радикально мои обстоятельства. А чтобы вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать, где теперь мисс Полина. Если не вы меня выкупили, то уж, наверное, и она. Генерал просит вас оставить ваши намерения. Маркиз. Разъясните мне. Неужели же вы теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Илья Истри. Тут именно существуют особые обстоятельства. Генерал влюблен. Здесь может совершиться брак. Вы знаете, ждут известий из России. Генералу надо устроить свои дела. Ля бабуленька. Я рассчитываю на вашу врожденную любезность, на ваш ум, такт. Вы не можете причинить неприятности семейству, в котором были приняты как родной. Я был выгнан, и вы подавали бумажку с расчетом. Je vois. Vous n'avez pas besoin de satisfaction. Vous cherchez le scandale. Вас здесь никто не боится. Я пришел передать вам записку от одной особы. И она просила меня подождать ответа. Перестаньте и уймитесь. Тут есть особые обстоятельства. Прошу вас быть послушным. Если надо, приказываю. Вспомните замок, ваша Полина. Ну, хорошо. Передайте мадемуазель, что она может быть спокойно. Непременно. Вместо того, чтобы болтать о пустяках, вы должны были начать с этого! А я не знал, что в этой записке. И думал, что всегда успею ее передать. Это же... Bitte das Menü. Guten Morgen. Schott. Ein Augenblick. Reisen Sie ab. Darf ich Ihnen die Rechnung fertig machen, mein Herr? Я уезжаю. Так или иначе, это должно было разрешиться. Я вас ненавижу! Меня много раз тянуло прибить вас, изуродовать, задушить! Вы подавляете меня! Но эта записка, это переходит за черту ничтожества и рабства! Что с вами? Что здесь происходит? Полина, ну скажите мне, вы... Да неужели вы... Вы боитесь меня?
Je voudrais inviter maman pour ce soir. Oui, dans ma chambre. Blanche, Blanche. Oh, excusez-moi une minute. Oh, ma chère Blanche, mais quel plaisir de vous voir, mes enfants. Из Петербурга ничего не было? Нет, бедаурен, хэр фрэк, бедаур пост. J'arrive, j'arrive. Oh, excusez-moi. À bientôt. Мы опоздали. Mais non, général. Mais non, nous avons le temps. Ui, ein Glas kaltes Wasser möchte ich jetzt und weiter nichts. Алексей Иванович, куда же вы теперь намерены ехать? Я никуда не поеду. Я так и думал. Я даже не знаю, хороша ли она. И лицом. Сердце у нее должно быть нехорошее. Но я только ее везде вижу. Ведь она сама и напустила меня на барона. Почему так струсил генерал? Даже сам Дегрие нашел необходимым вмешаться. Посетил меня. Почему же Полина? Тут должно быть влияние, пред которым все склоняется. Тут дело касается одной мадемуазель Бланш. Что же, мадемуазель Бланш? 3-го года, во время сезона, мадемуазель Бланш по жалобе этой баронессы получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его. Как так? Впрочем, тогда она еще не именовалась мадемуазель Бланш. И Дегрие тоже не назывался маркизом. Так значит, они не родня. Ты что, Васька, встал передо мной, глаза выпучил? Покланяться, поздороваться не умеешь? Помилуйте, Антонида Васильевна, я был только удивлен. А чего ж ты удивляешься? Села да поехала. Ну что, наши дома? Генерал? В этот час, наверное, все дома. Ах, у них, значит, часы заведены. Тону задают, экипаж, лошадей, что ли, тоже держат. Веди прямо туда. А ты, Потапыч, вели этому волку, чтобы мне удобную квартиру отвели. Туда и вещи перенеси. Князь, мы поедем верхней дорогой. Создаем свою прелесть. Вот и я. Вместо телеграммы-то. Что не ожидали, а? Тетушка, Антонида Васильевна? Вы думали, я ноги протянула, вам наследство оставила? А я вот, видишь, живехонька. Каким образом? Вот. А железная-то дорога на что? Я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз, месье Дегрие?
позвольте мне... Да, я хотел представить. Князь, друзья. Ишь вы какую квартиру нанимаете, а? Из каких это денег, батюшка, а? У тебя ведь все в закладе. Я удивляюсь, тетушка. Кажется, я могу без чего-либо контроль. Битте. Ihre Zimmer warten auf Sie, Exzellenz. Мачка Барни, как ты готовишься? Соседка, я тебе буду. Рад или не рад? Тетушка. Bitte, Frau. Bitte? Эдакий пышный балдахин. Ну-ка, разверните его, разверните. Еще, еще, все разверните. Хорошо, что у них хлопов нет. Все белье долой. Послать мое и мои подушки. Алексей Иванович, ты мне расскажи, что здесь осматривать. Здесь есть развалины замка, Шлагенберг, галерея. Алексей Иванович, ты уступишь? О, сколько угодно, тетушка, пожалуйста. Я для вас. Я со вчерашнего дня уж не служу более у генерала. Это почему же так? Тетушка, на днях сюда приехал знатный немецкий барон с баронессой, его супругой. И я вчера на гулянье заговорил с ним. Да-с. Не придерживаясь берлинского произношения. Ну да ты что, обругал его, что ли? Нет, напротив, барон на меня палку поднял. И ты позволил так обращаться со своим учителем? Да еще с места его прогнал. Колпаки вы все. Колпаки! Не умеете отечество своего поддержать. Не беспокойтесь, тетушка, я сам умею вести свои дела. Ты умеешь. У тебя все в залоге. Одному французишке этому что должен, ты держишь. Я, кажется... И притом мои расходы не превышают моих средств. У тебя-то не превышают, сказал. Небось, от рулетки-то не отходит. Весь просместался, да? На рулетки. При моем значении. Врешь ты все, врешь. Смешон ты мне, батюшка. А где эта рулетка? Хоть бы поглядеть на нее. Это в оксале, в залах. О, так и веди прямо туда. Тетушка! Тетушка! Трогай! Тетушка, трогай! Как можно? С дороги не отдохну! Сехо! О, meine Herrschaft, drängeln Sie nicht zu. Meine Herr, bitte doch, treten Sie zurück. А что такое зеро? Вот это только что крикнул зеро, и почему он все загреб, эдакую кучу все себе взял? Зеро, бабушка, это выгода банка. Если шар упадет на зеро, то все, что поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Вот и на, а я ничего не получаю? Если вы перед этим поставили на зеро, и когда выйдет зеро, вы получите в 35 раз больше. Чего же они, дураки, не ставят? 35 шансов против. Потапыч, постой, хотя у меня самой есть деньги. Прасковья. Алексей Иванович. Да? На. Ставь на зеро сейчас. Но зеро бабушка только что вышел, вы много проставите. Врешь, ставь. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Вы проиграли, мадам. Ставь еще. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 11 doigts, 1 paire, passe. Витье, а? Да скоро этот зверишка проклятый выскочит, а? Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Бабушка, вы очень много можете просто. Ставь не твои. А то выйдет зеро, так ничего и не возьмешь. Excusez-moi. Завтра же все векселя будут опротестованы. Маркиз, ну вы знаете мои обстоятельства.
цехов. Видишь, я же сказала тебе. Надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Сколько же я получу, а? Ну, чего не выдают? Потапыч, Марфа, где они, а? Смотрите, смотрите, бабушка, вам деньги выдают. Получайте. Да, да. Где они? Тетушка, Потапыч у дверей, его сюда пустят. Что он слуга, так и забыть его? Тоже ведь живой человек. Иди, Потапыч зовут. Иди скорей! Опоздаем, скоро закрутят. Ставь, ставь. Куда ставить, бабушка? На зеро. Опять на зеро ставь как можно больше. Тетушка, зеро иногда по 200 вот раз не выходит. Вот язык звенит, знаю, что делаю. Сколько у нас зеро? 70 монет. Нечего их жалеть, ставь все разом. Я больше ждать не могу. Я сегодня поговорю с ней вечером, непременно, решительно. Цехол! Ха-ха-ха! Что? Видишь? Алексей Иванович, сколько здесь? 4000. Ставь все 4 на красную. Бабушка, это рискованно. Ставь, ставь. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Neuf, rouge, impair, passe. Красная. Забирай все золото в кошелек. А бумаги спрячь. Entschuldigung. Die Herren, Vorsicht bitte. Platz bitte. Entschuldigung. Der Kaffee, die Herren. Sie ist einfach ein Neugling. Darum hat sie auch Glück. Вот взяла, да и выиграла 12000. Это сколько по-нашему? За 7000 перевалило. А по теперешнему курсу и до 8 дойдет. 8? Шутка сказать. А вы тут колпаки сидите, да ничего не делаете. А теперь домой проголодалась. Сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять сюда. Вы опять хотите играть? А как бы ты думал? Что вы тут сидите, да киснете, так и мне на вас смотреть, да? Mais madame, la fortune pouvait faire défaut. Mais vous pouvez tout perdre en une minute. Nur eine Frage. Verzeihen Sie, gnädige Frau, was für ein System madame, haben Sie? Mais madame, je vous en supplie, ne parlons pas. Алексей Иванович, а ты не пробовал еще счастье? Для себя? Нет еще, бабушка. А чего же боишься? Я попробую непременно. А я видела, глазки у тебя горели. Возьмите это письмо и передайте лично мистеру Астер. Ответа не надо, он сам. Без
Здравствуй. Да. Чтобы у вас с ним переписка? Он... Стыдить сюда стоит меня откровенности. Скажите, вы не трус? Не знаю, может быть и трус, я об этом давно не думал. Если бы я попросила вас убить этого человека, вы бы его убили? Кого? Кого захочу. Француза? Не спрашивайте, отвечайте. Ну, разве вы можете? Можете? Я вас спросила и жду ответа. Разумеется, убью. Вы довольны? Значит, она и вас уж очень поранила. Вы ее никогда не знали. И ее имя... И ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства. Вот как. Впрочем, вы не правы. Да о чем же нам еще договорить с вами, кроме этого? Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Тетушка, все ваше золото ушло. Сколько раз проставили? Уже 12. 144 Фридрихсдорф. Молчи! Ставь на зеро и поставь на красную 1000 гульденов. Зеро. На деньги бери. Видишь? Еще раз 10 поставь и бросим. На. Брось этот проклятый зеришко, вставь все 4000 на красную. Подумайте, много будет. Вставь. Arrêtez-la donc. Vous m'entendez? Arrêtez cette vieille. Он тут-то проклятый выскочил. Зеро. Это все ты. Это ты меня отговорил. Тетушка, ну как я могу отвечать за все шансы? Я тебе дам шанс и пошел вон от меня, идиот. Мидам, месье. Алексей Иванович! Алексей Иванович! Да. Ну скажи, что делать? Бабушка, я не знаю. Играйте сами, приказывайте мне, я ставить буду. На, ставь 4000. На красную. Вот бумажник бери. Такие кушали. Жива не хочу быть, отыграюсь. Je n'en fais pas vous faire quelque chose. Mais de là, enfin. Mais moi, je ne vous rendais pas compte. Mais c'est pas un homme. Что я могу с ней поделать? Vous êtes un homme. Je n'ai plus rien. J'ai tout abandonné. Je suis ruinée maintenant. Qu'est-ce qu'elle va devenir, elle? Hein, dis-moi, enfin. On va devenir folle. Oh, mais écoute, tu es à toi de lui dire. C'est à toi. Тетушка, мы едем за город. Ставь. Я сейчас наел лошадей. Там замок. Вот мазаль Планш пришла вас пригласить. Плант! Иди ты с Плантом. Тетушка, мы же там будем пить молоко на природе, чай. Ищи сам, у меня от него брюхо болит. Чего ты пристал? Ставь, ставь. 8 ставь. Я подожди. Самый большой куш 4000. Ну, ставь 4 на черную. Посмотрите, деньги. Это безумие. Вижу, это вижу, безумие. Сушли, вижу. Ставь еще 4000. Бабушка, денег нет. Тут только остались наши 5%. Денег нет. Фет, боже! А в кошельке? Что? Посмотри на нее. Мелочь. Есть тут меняльные лавки. Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно. Сколько угодно. Ну что вы за промен потеряете, бабушка? Пусть они
отдавится моими деньгами, отыграюсь. Иди, меняй живо. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Und noch 25 und dazu 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Ну-с, милостивый государь, я вам должен объявить, что ваши поступки относительно моего семейства одним словом высшей степени странны. Себаса! Себаса! Не губите его. Ну чем же? Что я тут значу? Поймите, она уже не отойдет от стола из-за упрямства и злости. Так не отыгрываются. Алексей Иванович, беда! Алексей Иванович, поймите, что будет с моими детьми со мной. Я умоляю вас, спасите ну, нас. Что я могу? Офицы, лесена! Так другой найдется. Фе-фу-ля, ну, я вам пояс. Кланяюсь по-русски. Алексей Иванович, Молчать! Иванович. Пошел вон! Лакей вон отсюда! Виноват. Вон! Виноват. Алексей Иванович! Я умоляю вас, я мадемуазель Бланш, мы умоляем вас, Алексей Иванович! Подавщик, здесь 70 тысяч. Отдай это бароне. И скажи, что я не могу больше, не хочу! Good morning. Я хотел бы видеть мистера Астрея. Прошу. Она проиграла 50 тысяч. А ведь старуха-то без ног. В конце она совсем обезумела. Да, она играть совсем не умеет. Ставить, куда попала. Да ее не могли оттащить от стола. Все-таки жалко старуху. Я думала, ее хватит удар. Говорят, она только приехала и сразу туда. Мистер Эшли, is away at the moment, sir. Would you like me to take a message for you? Я сам. Старая ты дура, дурень, идиотка. Чаю мне. И собираться едем. Куда, матушка, едем? Тебе какое дело? Знай, сверчок свой шесток. Потапыч, собирай все. Едем назад в Москву. Счет мне, скорее. Чего? Скорей! Позови Прасковью. Вам надо отдохнуть, мадам. А тебе какое дело? Чего эта козлиная морда ко мне лезет? Тетушка. Поспешность вашего решения. Мы не можем допустить, чтобы вы так уехали. Состояние вашего здоровья, ваше лето. Отвяжись от меня. А тебе, пигалица, чего надо? Чего юлишь? Садвяем мишу. То! И я знаю, как она живет около 100 лет. Что она сказала? Переведи. Она сказала, что вы проживете 100 лет. Так ты на мою смерть рассчитывал? Тетушка. Пошел вон! Вон отсюда! Как вы могли подумать? Я свое просвистала, а не ваше! Пошел вон! Вон! Прасковья, правда, что этот дурак отчим твой хочет жениться на этой? Актриса она или того хуже? Правда? Наверное, я
Бабушка, не знаю, но... По словам мадемуазель Бланш... А, довольно, все понимаю. Без денег эта подлая девка и в лаке его не возьмет. Да еще со вставными зубами. Я тебя, Прасковья, не виню. Не ты телеграммы посылала. Фу. Ну вот что. Хочешь, бросай все здесь и поезжай со мной. Тебе теперь деваться некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Неужели вы сейчас хотите ехать? Шучу я, что ли, сказала и поеду. Ну, хочешь или нет? Я вас очень благодарю, бабушка. Отчасти вы мое положение угадали. Я к вам приеду. Может быть... А теперь... Решиться теперь я на это не могу. Значит, ты не хочешь. Не могу. Я не могу оставить брата и сестру. Потому что действительно может оказаться, что они будут как брошенные. Да врешь ты, все врешь! Я ведь знаю, почему ты не едешь. Бабушка! Все знаю! Бабушка! Но... Бабушка! Довольно. Надоели вы мне все. Va-t'en! Va-t'en, j'en ai assez de toi! Je peux plus voir ces hommes, moi j'en suis fatiguée! Что с вами? Алексей Иванович, пойдите, сию минуту пойдите, уговорите. Упросите что ее! Что она должна ко мне обратиться! Позвольте, Алексей генерал. Иванович! Она должна выйти за меня! Генерал, она же не замечает даже меня! У нас! Ну, один злом у нас! Успокойтесь! В выстроенном государстве! На таких старух, где есть начальство, тут же вы отпеху нашли! Сядь. Вы этого не знаете, милостивый государь! Ну, вы это узнаете! Ну, успокойтесь, ну сядьте, сядьте! У нас таких старух в дугу гнут! Сядьте! Батиста уехал! А все мои бумаги в закладе! Выпейте! В закладе! Я гол, как сокол! Это в гостинице расплатитесь, да и потом что же, ну выпейте, выпейте! Теперь ведь она уедет! Она уедет. Выпейте. Алексей Иванович, скажите, ну, что мне делать? Выпейте, выпейте, ну я... Что мне? Федосия! Алексей Иванович, скорее! Что такое? Куда? Алексей Иванович. Пойди присмотри за барином, как бы там беды не было. Алексей Иванович, иди вперед. Куда? Пойдем. Куда, бабушка? До поезда ведь еще 2 часа. Они там до полуночи ведь играют. Вы хотите? Я еще все обратно возьму. Бабушка. Жива не хочу быть, отыграюсь. Бабушка, ну не надо. Ну марш, марш без расспросов. Антонида Васильевна, я не хочу быть свидетелем и участником вашего... Это еще что? Белины, что ли, вы все объелись? Воля ваша, я не пойду. Тьфу! Сама дорогу найду. Потапыч!
получилось-то, Алексей Иванович? Und Hiob sprach: Der Tag müsse verloren sein, darinnen ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach. Я помню вас горячую и сильную минуту вашей жизни. А теперь... Ну, теперь я нищий, хуже, чем нищий. Был в лакеях целых 5 месяцев. Да наплевать на нищенство. Тут все дело в том, что один оборот колеса, и все изменится. Я воскресну из мертвых. Начну жить. Снова. Вы будете здесь еще через 10 лет. Предлагаю вам пари, что напомню вам это вот на этой же скамейке. Ох уж мне это за граница. Ну, постой, проходи. Погоди. А, и чего-чего у нас в Москве только нет. Ну и сад, и цветы каких здесь не бывает. И яблоньки наливаются. Дух. Извините, батюшка Алексей Иванович, что еще раз побеспокоила. Простите старого человека. Я, отец мой, все там оставила, больше 100 тысяч. Ну вот. Под Москвой 5 лет назад я дала обещание церковь деревянную в каменную перестроить. Да взамен тут просвисталась. Теперь поеду церковь строить. Ступай, Алексей Иванович. Не взыщи на мне старой дури. Я теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и этого старого генерала-то несчастного тоже грешно мне судить. И я сама не умнее его. Скажи, Прасковье, я буду ее ждать. Здесь у меня. Что ж. Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Зажгите свечу.
прочтите. Читайте, читайте. Извиняю, ваше. Мадемуазель, неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Это Дегрие, он уехал. Зная, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решил простить ему 50 тысяч франков, и на эту сумму возвращаю ему часть закладных. Неужели я могла ожидать чего-нибудь другого? Так что вы поставлены теперь возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Он предлагает мне суд. Мне суд. Он думал, что я ищу. Что я буду настаивать? С каким наслаждением я бы бросила сейчас ему 50 тысяч в его подлое лицо. И плюнула бы, и растерла бы плевок. Подлец. Где он сейчас? Я давно ненавистил во Франкфурте, пробудет там 3 дня. Нет, где же взять эти 50 тысяч? А мистер Астли? Что ж, если ты сам хочешь, чтобы я ушла к нему, от тебя к этому англичанину. Полина! Ты пришла ко мне. Ко мне. Побудьте здесь только 1 час. Побудьте здесь только 1 час, и я вернусь. Он выиграл 30 тысяч. Стол закрыт до утра.
Уходите! Я выиграл. 100 000 флоринов. Да, тут даже больше. Чтобы возьмите. Бросьте их ему в лицо. Или я лучше сам их отвезу завтра. Утром. Я ваших денег не возьму. Как? Ну почему же? Я даром денег не беру. Я же вам их предлагаю как друг. Я вам жизнь предлагаю. Зря! Вы дорого даете! Любовница до горения стоит 50 000. Полина! Да! Я ненавижу вас! Ненавижу больше, чем до горения! Ну, хочешь? Хочешь, покупай меня, как до горения, за 50 000 франков! Полина! Нет! Как можно? Разве я могу?
Мы уедем отсюда. Мы догоним бабушку. Мы уедем завтра. Догоним? А он стоит там, внизу. Кто? Verborgen das Unglück vor meinen Augen. Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleibe an? Warum bin ich nicht umgekommen, da ich aus dem Leibe kam? Warum hat man mich auf den Schoß gesetzet? Warum bin ich mit Brüsten gesäuget? Da selbst müssen doch aufhören die Gottlosen mit Toben. Da selbst ruhen doch die viele Mühe gehabt habe. Отдай же мне теперь мои 50 тысяч франков. Полина, опять? Или ты раздумал? Тебе, может быть, уже и жалко? Ну, возьми их. Полина. Они теперь мои? Ведь так? Так? Да они и всегда были твои. Самого дня, как... Повторяю вам, вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полин. Да вы не беспокойтесь, мне не нужно никаких ваших внутренних секретов. Меня интересует только внешнее положение дел мисс Полина. Это можно сказать в двух словах. Извольте, чтобы этими двумя словами все было покончено. Мисс Полина была долго больна. Полгода назад ее бабка, та самая сумасшедшая старуха, умерла и оставила ей 7 тысяч фунтов состояния. Теперь мисс Полина в Швейцарии путешествует вместе с семейством моей сестры. Ее отчим генерал умер в Париже месяц тому назад. Мадемуазель Бланш обходилась с ним хорошо. Но все, что он получил от бабки, успела переписать на себя. Вот, кажется, и все. Guten Tag. Monsieur. C'est lui. Bien, bien, allons-y, dépêche-toi. Look here, that's the one that's carried away 100,000. Что, мисс Полина? Она... Она больна. Так она действительно у вас? Да, у меня. Так как же вы... Вы намерены держать ее у себя? Да, намерен. Нет, мистер Асли, это скандал. Этого нельзя.
Вы же совсем больна. Вы, может быть, этого не заметили? Я заметил. Я же ведь сам сказал вам о том, что она больна. Если бы она была не больна, то у вас не провела бы ночь. Вы это знаете? Знаю. Поздравляю вас. Кстати, Полина всю ночь заставляла меня подходить к окну и смотреть, не стоите ли вы внизу, и ужасно смеялась. Неужели? Нет, я под окном не стоял, но я ждал в коридоре и кругом ходил. Вы вчера выиграли 200 тысяч талеров. Всего только 100 тысяч флоринов. Уезжайте сегодня в Париж. Зачем? Что я буду делать летом в Париже? Все русские, имея деньги, едут в Париж. Но я люблю ее! Я ее люблю! Неужели? Но вы же знаете сами! Я убежден, что нет. Поезжайте в Париж, иначе подумайте. Вы все проиграете. Ну подумайте, что теперь будет? Ведь это на весь город пойдет! Да, на весь город. Mademoiselle. Asseyez-vous. C'est vrai que tu as gagné une montagne d'or? Выиграл. Combien? 100 000 florins. 100 000 florins. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allons, viens avec moi. Oh. Viens. Pardon? Viens. Vous êtes un petit ingénieux aujourd'hui, monsieur Luchitel. Mais que se passe-t-il donc? Mais allez, allez. Mais viens, je ne vous inquiétez de rien. Je vous apporterai du café et du cognac. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu sais, j'ai une idée. Si tu n'es pas trop bête, je t'emmènerai à Paris. В Париж. Ты едешь в Париж? Non. Toi et moi. Ensemble. Comprends?
Сейчас? Oui, tout de suite. А генерал? А? Ну как же он? Ты vrai russe. Le général est parti chercher des fleurs. Il revient, elle vous est envolée. Мы уедем, а он останется. А. Mais d'abord, je veux 50 000 francs. 50 тысяч тебе нужно. Ты vrai prince. Держи. Ты мне донера в Франкфурт. Да. Потом отдашь, потом. Ты настоящий мужик. Ты мой мальчик. Ой. А Пари? Ты seras heureux comme un petit roi. Je t'aimerais tellement à Paris, tu verras. Ce sera merveilleux, Paris. Un prince, tu seras comme un prince à Paris. Da sind beide klein und groß, Knecht und der von seinem Herrn freigelassen ist. Warum ist das Licht gegeben dem mühseligen? Und das Licht. Мисс Полине нужно очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас мерзавцу де Крие. Она вас оценит, станет вашим другом, откроет вам свое сердце, но в этом сердце все-таки будет царить мерзавец, мелкий процентщик де Грие. Теперь вы озлоблены, и потому говорите весь этот вздор. Да я согласен, но вот в том-то и ужас, мой благородный друг, что это истина, мы с вами ничего не добились. Вы ведь сахаровар, мистер Астли? Я участвую в компании известного сахарного завода. Вот видите, с одной стороны сахаровар, а с другой маркиз Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается. Я даже не сахаровар, просто мелкий игрок на рулетке. Чем больше она ненавидит теперешнего де Грие, тем больше тоскует о прежнем. Это гнусный вздор. Все женщины таковы. И самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Знаете же, что я приехал сюда нарочно по ее поручению, для того, чтобы видеть вас, говорить с вами и передать ей все, ваши чувства, мысли и надежды. Нет! Да! Она любила вас. Теперь я могу вам это сказать, потому что вы погибший человек. Более того, если я вам скажу, что она и теперь вас любит, вы ведь все равно останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Неужели? Довольно. Мистер Астли. Довольно. Неужели? Подождите. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот вам от меня. Да после всего пересказанного мне. Берите! Я даю вам это как друг истинному другу. Und vor Gott ihm denselben bedecket. Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen. Und mein Heulen fährt heraus wie Wasser. Denn dass ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und dass ich sorgte, hat mich getroffen. Wäre ich nicht glückselig, hatte ich nicht gute Ruhe und konnte solche. Теперь главное Швейцария. Надо им доказать. Завтра же. Если можно было завтра же и отправиться. Пусть знает, Полина, что я еще могу быть человеком. Самое главное. Один раз в жизни быть расчетливым и терпеливым. Вот и все. Почему же я не могу быть расчетливым? Почему же я не могу воскреснуть? Почему? Завтра, завтра все хочется.